Добрый день, уважаемые коллеги. В лечении тяжелых пациентов с ковидом применяется тоцилизумаб. Моноклональное антитело, ингибирующее рецепторы интерлейкина 6. И вот мы видим, что 22 апреля 2021 года в самом престижном медицинском журнале мира опубликована статья, которую вы видите на картинке, о мультицентровом рандомизированном исследовании. Краткое резюме для начала. 452 пациента, 60 госпиталей, 9 стран оценивали по 7-бальной шкале состояние, где 1 балл – это не амбулаторное лечение, а 7 баллов – летальный исход. И оценивали после 28 дней терапии, как изменится состояние пациента в баллах. Справа вверху основная таблица. Через 28 дней статистически значимых отличий изменения состояния нет. Ну и мы видим, что медиана в тоцилизумабе на 1 балл улучшилось состояние, в плацебо на 2 балла, но это все статистически незначимо. Два графика. Улучшение по дням, процент пациентов с улучшением. Ну, вроде тоцилизумаб повыше чуть-чуть, но опять же статистических отличий здесь нет. И второй показатель – выписка из госпиталя. Ну, также около половины процентов, видим, через 28 дней были выписаны. В обеих группах одинаковая летальность, чуть больше 19%. И отсюда заключение, справа внизу, не несет клинической пользы в сравнении с плацебо тоцилизумаб у пациентов с тяжелой пневмонией. Исследователи делают оговорки об ограничениях своего исследования. Пациенты набирались в апреле-мае 2020 года, то есть не так много времени прошло с начала пандемии. Лечение с тех пор изменилось, и как тоцилизумаб работает сейчас, не ясно. Ясно, что всего лишь 20% пациентов получали тоцилизумаб вместе с глюкокортикоидами. Если мы заглянем в современную версию рекомендаций российских, то мы увидим там, что обязательно глюкокортикоиды должны в этой ситуации применяться. Ну и также не очень понятен временной фактор, в каком состоянии эти пациенты, как динамика у этих пациентов. Если острое ухудшение воспалительное идет, насколько эффективно применение этого препарата. Полный текст лекции доступен слушателям цикла «Гемостаз и переливание крови», куда мы всех просим пожаловать, как и на другие наши циклы. Стрелочкой указано расписание наших занятий. Читаем правильные книги. Можно их заказать по почте. Спасибо вам за внимание. Всего самого доброго.